Друзья мои, мы хотим сейчас специально молиться с нашими гостями, с пасторами и с вами тоже, дорогие зрители. Если вы смотрите нас, пожалуйста, молитесь вместе с нами. Мы хотим помолиться за души, за вашу душу, за то, чтобы эта злоба, которая в душе, возможно, поднимается или претендует на то, чтобы занять там какую-то доминантную позицию, вот, чтобы это уходило, чтобы вы были в свободе, чтобы могли чувствовать себя в свободе, жили в свободе во Христе Иисусе. И мы просим, присоединяйтесь к нам и молитесь вместе с нами. Давайте начнем. Михаил, вы начнете? Да. Да, Сергей, продолжите. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, мы приходим к трону славы Твоей и просим, пусть Твой шалом, Твой божественный мир наполнит каждое сердце и каждую душу тех людей, которые нуждаются сейчас в свободе от этой злобы и от этой агрессии. Мы высвобождаем Твой огонь, Дух Святой, в сердце каждого человека. Если у вас есть какая-то проблема, она идет из вашего сердца. Просто положите руку на сердце и скажите: «Господь Иисус, очисти и освободи мое сердце от всякой злобы, сделай его чистым, чтобы я мог увидеть Твое лицо, Твою благодать и пережить Твое особое прикосновение. Пусть исцеление Твое придет в мой дух, душу и тело, и всякая злоба, всякая агрессия, всякая ненависть и гордость и бесчинство уйдет из моего сердца и придет Твоя благодать. Скажите: я принимаю, Иисус, Твою благодать, Твою любовь, Твою силу, и пусть Твое исцеление исцелит прямо сейчас все раны моей жизни, и придет Твоя благодать. Господь, я высвобождаю Твое благословение на этих людей, и пусть Твое вино и Твой елей течет прямо сейчас в их жизнь, и они будут изменены и спасены от этой злобы, и придет Твоя благодать. Во имя Господа Христа молю Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твой мир, за Твой шалом, за Духа Святого, который Ты оставил здесь, на этой земле, который с удовольствием входит в наше сердце, в нашу жизнь, в наше тело, в этот храм, чтобы обитать там и создавать это Царство Божие, которое внутри нас становится реальностью. Дорогой Бог, потому что мы без Себя ничего не можем сделать. Своими силами мы никогда не будем добрыми, не будем хорошими, не будем спокойными. Мы все время будем раздражаться, Господи. Поэтому Ты залог нашего покоя, Ты залог нашей радости, залог нашей здоровой психики, здоровой нервной системы, Господи. Спасибо Тебе, слава Тебе, Господь. И я молю сейчас, Господь, особенно... Прошу у Тебя, Господь, за этих женщин, за этих матерей, Господь, за воспитателей, за учителей, за всех, кто соприкасается с детками и всегда находится в этой нестабильной ситуации, в которой другие состояния, постоянные перепады, Господи. В первую очередь я прошу, исцели нервную систему мамочкам, Господь, укрепи нервную систему мамочкам, просто сверхъестественно. Прямо сейчас я прошу Тебя, Господь, по милости Своей, по щедротам Своим, по силе Твоей, Господь, и мы без Тебя не можем ничего. Прямо сейчас исцеляй эту всю систему нервную, прямо заменяй ее, если она совсем уже истощена, потому что это целый орган, который нуждается тоже в исцелении, Господь. Я просто, пусть наполняется сейчас любовью, покоем, шаломом, миром прям протекает по этим сердцам, и мужья, у которых отцы, у которых детки, неважно в какие они, здоровые, нездоровые, или все это просто неважно, самое главное, сейчас молю Тебя, Господь, за это состояние покоя, исцеленное Тобой, Господь. Я благословляю всех мамочек мудростью и чуткостью своего сердца, чтобы они никогда не видели всегда этот момент, когда дьявол хочет просто их вывести из этого равновесия, находит какие-то моменты, чтобы она, каждая из этих женщин, матерей, просто стояла на страже своего сердца, ибо из него источники жизни. Господь, дай мудрости, как реагировать, как противостоять этим процессам. И я благословляю тоже всех деток, также всех, у кого есть родители, нянечки, воспитатели, чтобы они были мудрыми и могли понимать, что чтобы через них не выходила эта агрессия, чтобы они тоже были частью, жили в Твоем царстве, в Царстве Божьем, где есть эта любовь, есть эта атмосфера жизни, где эти дети будут развиваться, и родители будут счастливы своему материнству, мамочке и отцовству, отцы, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты с нами, Ты не оставляешь нас, и ангелы Твои с нами, которые помогают нам во всем, созидают
помогает, и спасибо, что ты всегда приходишь тем, кто ищет тебя, кто приходит к тебе, кто открывает свое сердце тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за этот покой, шалом, который даешь ты. Аминь. 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 И я хотел бы еще помолиться вот о чем. Я молюсь за этих людей, если вы тот человек или кто-то в вашем окружении есть такие люди. Мы молимся и мы просим, чтобы вы пережили Божью любовь. Потому что Божья любовь, совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. И люди, которые проявляют сильную агрессию или агрессия поднимается в вас, вы думаете, что никто, кроме вас, вас не сможет защитить, но Бог может защитить вас. И поэтому мы молимся, чтобы всякий страх, он ушел навсегда из вашей жизни. Он навсегда оставил вашу душу и не господствовал в ней. Во имя Иисуса Христа. Пусть Божья любовь заменит полностью, вытеснит полностью страх, чтобы там был мир, покой и гармония. И тогда всякая агрессия, всякая злоба, она будет уходить. Потому что вы знаете, что за вами стоит великий защитник, стоит великий Отец, потрясающий Бог, который ваш, который любит вас, который просто свое сердце все полагает в вас, который благословляет вас и который поднимает вас во имя Иисуса Христа. Мы молимся за вас и благословляем вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Вся слава да будет Господу.